Друзья, всем привет! Доброго времени суток, добрый день, дорогие друзья. Я сегодня хочу сказать, что с большой радостью, это на самом деле такая добрая для меня новость, мы с Ольгой Сергеевной Румянцевой, руководителем, президентом Межрегиональной организации развития поколений, после того, как побываем в Луганске, приедем в мою малую родину, в город Шахты, и проведу я концерт, проведем вместе его. Он будет называться «Я вижу ослепительный мир», как и прежде. Я проводил эти концерты и в Ростове-на-Дону, и в городе Шахты. Вот, состоится, значит, 30 сентября в городском дворце культуры по адресу улица Садовая, 10Б. 10Б, да. Я вот сейчас вспоминаю, сколько было проведено мною там концертов. И в юности концерты памяти Виктора Цоя. И я всегда принимал участие ко Дню инвалидов во всяких концертах. И в бардовских фестивалях, и собственные сольные концерты проводил. И, вы знаете, трудно даже перечислить все эти концерты. Осталась такая добрая, светлая память. Все, кто меня помнит, я приглашаю, это концерт юбилейный. В этом году мне исполнится 50 лет. Вот так вот течет время. Я уже вот в ГДК не был, наверное, ну, лет 7 точно. Я хочу поблагодарить всю администрацию города Шахты. Это мой родной город, моя малая родина. В лице Андрея Григорьевича Горцевского, с которым у нас уже долгие такие добрые, я бы сказал, дружеские отношения. Спасибо, уважаемый Андрей Григорьевич, за то, что вы так хорошо относитесь ко мне, к моей деятельности, к моей семье. Вот. Благодаря Андрею Григорьевичу там нам выделили для ремонта дома. Мы уже не живем в городе Шахт какое-то время, там какое-то количество шахтинской плитки. Вот. И большое спасибо, низкий поклон. Также хочу поблагодарить заместителя главы города по социальным вопросам, культуре и спорту Светлану Николаевну Морозову, с которой мы тоже уже много лет сотрудничаем. И вообще я сейчас мог бы очень много людей назвать обязательно на концерте. Я думаю, что кто-то из вас будет. Я всех приглашаю от всей души. Я спою лучшие песни, которые нравятся людям. Вот, также мы приглашаем средства массовой информации осветить это мероприятие местные. Да, я со всеми местными СМИ, конечно, сотрудничал в своей жизни. Всех приглашаю. И газету «Шахтинские известия» хочу сказать большое спасибо за то, что всегда отражали мою деятельность. И, конечно же, газету «К вашим услугам». Это издательский дом Перегудова. С Геннадием Юрьевичем тоже дружим много лет. Тоже вам огромный привет, Геннадий Юрьевич. Вот, всех приглашаю. Вот, хочу сказать, что мы побывали с Ольгой Сергеевной, кто следит за моими новостями, много где. И, собственно говоря, многие песни, да, уже полюбились публики, да, мы приезжали вот в Тюменскую область, и когда я пою некоторые песни, люди говорят, мы уже слышали, да, вот такая история. Ну, да, в основном все песни людям известны, многие просто не знают, кто, так как у нас пока не совсем ротируемая, да, деятельность, мы сейчас окунулись в общественный сектор, в большей степени в Луганске. Я еще раз хочу напомнить, что Виктор Николаевич и я, мы представим два психологических мастер-класса. Продолжим, пожалуйста. Да, это будет вот 28 и 27 сентября в Луганске. После Луганска сразу приедем в город Шахты. Тем не менее, у нас весь музыкальный репертуар Виктора Николаевича на всех цифровых площадках. Делитесь, пожалуйста, для того, чтобы массовую культуру запустить. И знаете, вот концерт назвал я, также хочу, чтобы он назывался «Я вижу ослепительный мир». Это название ко мне пришло еще, наверное, я не помню когда, вот, но такие концерты проходили в Ростове-на-Дону, и я буду беседовать, конечно, вот на эту тему уже предварительно какие-то были мысли с
администрации Ростовской области, с администрации Ростова-на-Дону. Я думаю, что ближе, может быть, либо ко дню инвалида, либо в конце ноября мы проведем мероприятие и в Ростове-на-Дону обязательно, потому что для меня это тоже любимый город, один из любимых, потому что с ним связано множество мероприятий, концертов, и я работал в Ростове-на-Дону на радио, на телевидении. Вот, поэтому всех, кто меня знает, может быть, в Ростове-на-Дону, СМИ тоже приглашаю на концерты в город Шахты, когда будет известно, что будет в Ростове-на-Дону, будет Ростове-на-Дону. Вот, я хочу сказать, что, знаете, сейчас год семьи, у нас вот четверо детей, и лето проводят в городе Шахты, естественно, родители мои живут в городе Шахты. И вот то, что в этом году юбилейный, такие у меня будут серии юбилейных мероприятий, концертов, и они, наверное, может быть, еще продолжатся даже на следующий год. Я вижу ослепительный мир, и параллельно такие еще будут у нас, естественно, как Ольга Сергеевна сказала, лекции. Более займемся таким адресной социальной деятельностью, помощью психологической. Может быть, кто-то из вас не знает, я получил образование педагога-психолога, переквалифицировался. Вот, и хочу дальше продолжать свое образование в этом направлении. Но на этом концерте обязательно вспомним и прошлое, и настоящее. И я расскажу о том, что я работаю на радио в Всероссийском обществе слепых уже 3 года. Веду такую же программу, тоже называется «Я вижу ослепительный мир», кто не знает, она есть в виде подкастов на многих, да, цифровых Да. площадках. Я даже все не могу назвать толком, как бы там, может, только Сергей подскажет, где искать, Катерина? Ой, ну больше семи самые популярные, то есть и Outbox, и площадка Звук, и Apple-овские все площадки, то есть заполнены нами. Мы работаем тоже в направлении цифровизации, поэтому подключайтесь, слушайте, делитесь. Я когда-то уже много лет назад сказал такую фразу, что если тебя нет в интернете, тебя нет вообще. Конечно, может быть, это шутка, но на самом деле сегодня это так. Я вас приглашаю, подписывайтесь. Вот есть такая группа Виктор Тартанов ВКонтакте, есть в других социальных сетях. Мы фактически везде поддерживаем. И на Рутубе есть каналы сегодня, и на Ютубе, На как бы это Дзене, то есть Яндекс.Дзен тоже, 21 да. век нас не оставляет, мы работаем Я в хочу этом тебя, кстати, направлении. поблагодарить за то, что вот мы с Ольгой Сергеевной за сколько лет сотрудничества? 1,5-2 года уже. 2 года или сколько мы сотрудничаем? Да уж как целая жизнь. Да, уже на самом деле мы столько вот сделали добрых дел, мы побывали, вот я, может быть, кто-то не знает, все время повторяю, потому что многие люди меня спрашивают, вы задаете им в личку вопросы и так далее. Вот Ольга Сергеевна является Марфушиной крестной, и мы как-то вот не представляем уже, я не представляю деятельность свою, без ее участия она смогла сделать вот именно, чтобы песни, которые пишет Анечка для меня, и Анины тоже песни, они бы были везде, где вы захотите, помимо, так сказать, пиратских каких-то площадок, да, на всех цифровых площадках, которые только есть, они есть сегодня. Другое дело, что сегодня вы знаете, чтобы музыка была услышана и продвигать. Мы это пытались сделать, но, к сожалению, вот финансовая ситуация не очень хорошая. Но я хочу сказать, что мониторя ВКонтакте, я вижу, что вы слушаете, дорогие мои. Слушайте, и на YouTube подписчики добавляются, смотрят, что как бы он сейчас нам недоступен в какой-то степени. И мы поддерживаем все площадки. Поэтому везде подписывайтесь, и в Телеграме, и я не знаю где, я всегда на связи. Вот, и еще раз хочу обратиться к моим землякам, жителям города Шахты. Приходите, пожалуйста, 30 сентября, у кого будет свободное время вдруг. В 12 часов дня вход абсолютно свободный, я вижу ослепительный мир. Еще раз говорю, спою все лучшее, расскажу все последние новости. Вот. И до встречи в городе Шахты 30 сентября. Всем до свидания, пока, до новых встреч.
До свидания.